Борис Станогин получил у нас 8,5, если я не ошибаюсь. А сейчас уже Андрей Лиховицкий. Все на тех же упражнениях на кольцах. Ох, посмотрите, вот это элемент. Это очень трудный. Так, я предполагаю, стойка на кистях, а тут надо ее в кресте удержать. Это, по-моему, очень сложно. Молодец, вот он как раз додерживает. Вес завесом. Выход в широкий угол. Казалось бы, несмотря на всю простоту элемента, из него очень тяжело дальше выходить. Непонятно куда. То ли тебе в маховую часть уходить, в статическое положение, как сейчас как раз нам продемонстрировал. Большим оборотом вышел в стойку и зафиксировал точную остановку. Это как-то и эффектно, и красиво, но это очень сложно, товарищ. Да, вы знаете, и все тот же соскок продемонстрировал нам, ну, как, что называется, тот же по сравнению с предыдущим участником. Андрей Лиховицкий. Лиховицкий. Ну, явно тренируется у одного тренера, они оба из Южного федерального округа, поэтому, я думаю, этот соскок-то как раз им ставили. Может быть. Сейчас посмотрим, что ему все-таки, сколько ему поставят. Дмитрий, ну посмотрим, какие оценки скромные. Такая жадность у меня по большим оценкам, потому что я понимаю, что как трудно на международной арене завоевывать свои лидирующие позиции. Абсолютно с вами соглашусь. Вот, совершенно замечательная вещь. Накладка называется. Да. Без нее никуда. Вот повтор с нижней камеры. Найдете очень оригинальный ракурс. Очень здорово смотреть. Видно, что здесь... Почему он ждал? Да, он раскачивался. Да, да. И сумел... Да, и сумел задавить вот это вот раскачивание. Именно вот этим элементом подождал. Ну, это называется профессионализм. Да-да. От этого никуда не денешься. И не надо по-хорошему. Большие обороты продолжаются.